Глава 7. Осада Даларана. На следующее утро у ворот Даларана. Волшебники Керентора, я Артес, первый из рыцарей смерти великого короля мертвых. Я приказываю вам открыть ворота и склониться перед силой плети. Приветствую тебя, принц Артес. Как поживает твой благородный отец? Лорд Антонидас, не нужно лицемерие. Мы ждали твоего визита, Артес. Волшебники создали ауру, которая уничтожит твоих мертвецов, если они попытаются подойти к городу. Твои фокусы не остановят меня, Антонидас. Отзови войска, или мы будем вынуждены показать свою истинную силу. Выбирай, рыцарь смерти. Я чувствую, что защитные ауры поддерживают трое волшебников. Если ты убьешь их, магия рассеется. И снова здравствуйте, мои дорогие друзья. Я с вами Косяда Дезертирка, и мы продолжаем веселиться. Что мы можем сделать для начала? Ну, конечно же, разрушить всю эту хренотень. Так, давайте даже подгоним сюда еще одну катапульту. Начнем улучшать ярость наших воздушных юнитов. Построим что-нибудь полезное, например. Побольше исполню с радостью защитных сооружений. Нападать, я чувствую, на нас будут. Так, и пока что давайте возьмем вот этих рубак, отправим убывать нам лес. А вот этих отправим в один отряд с Артесом. Посмотрим, что у нас есть по краям. 10 часовня какая-то есть. Надо это все дело разрушить. Так, это на пятерочку будет отрядик. Он будет разрушать всякую хренотень. Говори, глупец. Вот так-то исследование лучше. Завершено. Здесь что-нибудь есть у нас? Наконец-то. Вот так-то лучше. Здесь вроде у нас ничего нет. Постройка завершена. Постройка завершена, отлично. Постройка завершена. Давайте сделаем вот так вот. Ну что еще? Посмотрим. Фростморн! О! Первый чародей, видимо. Дорил. Твоя душа принадлежит мне! Фростморн жаждет. Не успел. Наконец-то. Камень здоровья. Подбираем его. Ты узнаешь, что такое боль. И мы все еще не можем туда пойти. Никто не смеет мне приказывать. Обидно. Так. Постройка завершена. Временная невосприимчивость к магии. Я не могу взять это. Так, давай тебе камень мана дадим. Сами возьмем эликсир. А, ну, полегче. Он прям на очень малое время дает невосприимчивость к магии. Ладно, с этим разберемся. Так, паутину обязательно развиваем. Продолжаем улучшать. Смотрим, что у нас здесь интересного есть. Не забываем улучшать главное здание, потому что оно нам впоследствии понадобится как более мощное. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Вот так-то прогуляемся лучше. По моим... Наконец-то! Они вот все там сделали, лучше. Да? Угу. Наконец-то! Так, теперь давайте как раз вот сюда. Завершено.
Посмотрим, что тут есть. Катапульты, я думаю, убрать лучше назад. Никто не смеет мне приказывать. Главные башни они, в принципе, убрали. Фростморн жаждет крови. А остальное мы уже... Наконец-то! Своими, так сказать, силами. Фростморн жаждет крови. Так, что у нас здесь есть? Свиток возвращения, защита, исцеление, все круто. Ну что еще? Вот так-то лучше. Ничего сильно интересного. Фростморн жаждет крови. Быстро поднакопим армию, желательно в идеале летающую. И после чего этого уже мой повелитель? Сможем что-нибудь сделать полезное. Да, повелитель. Строим где-нибудь здесь жертвенник. Храм проклятых у меня. Исследование завершено. Можно сотворить только на проклятой земле. Только на проклятой земле. Ваша воля исполнится. Ну давайте жертвенник впилим тогда куда-нибудь сюда. Да, повелитель. Отлично, жертвенник впилили. Храм. Да свершится предначертанное. Запилим тоже. Так. Ваша воля исполнится. На всякий случай еще вот так поставим. Да свершится предначертанное. Ну, запилим где-нибудь. На нас напали. Вот здесь кладбище. Повелитель. Никто не смеет мне приказывать. Постройка завершена. Фростморн жаждет крови. Постройка завершена. Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Я был прав, что они будут на меня нападать, но надо будет выстроить более какую-то прямую защиту. А то не очень хорошо. Говори, глупец. Так, давайте попробуем юнитом, насколько сильно на нас будет действовать. Что сделано, то сделано. Постройка завершена. По 10 хп. Завершена. Время пришло. Первый маг вот здесь находится. Хорошо. Постройка завершена. Соответственно, сильно мелких туда посылать даже смысла нет. То есть мы посылаем туда точно Артаса, точно мясников, возможно, еще каких-нибудь юнитов. Ну, Турбабуску смысла нет даже посылать. Так. Жизнь за Нерзула. Да свершится предначертанное. Нужно больше золота. Отлично. Исполню с радостью. Посмотрим. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Постройка ну завершена. Что? Так, ну давайте, кстати, попробуем на самом деле его убить. Я не думаю, что Фростморн он так уж прям далеко находится. Если что, постараюсь возродить своих юнитов. Посмотрим, что из этого выйдет, если атаковать обычными. Это уже 8 минут, а я, можно сказать, ничего еще не сделал. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Разумно. Полегче. Так, кому из них все? Мы пока вот тебя поднимем тогда. И не надейся на быструю смерть. В принципе, я не скажу, что прям большая наконец-то проблема. Можно даже чуть ли не обычными юнитами. Маг уничтожен. Первая аура рассеивается. Морн жаждет крови. Наконец. Так, ладно. В принципе, оставим их, наверное, вот здесь. Единственное, подхилим. Вот так-то лучше. Постройка завершена. И начнем делать, наверное, горгулей. Я вот думаю, горгулей или сразу ледяных змеев. Мне в идеале ледяных змеев, конечно, делать. Давайте попробуем. Ну что еще? Нам надо их на Артаса записать сразу, чтобы они на него шли. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? Давайте сразу побежимся вот этой армии. Сколько они там не действуют, так быстро, я не помню. Никто не очень много. Не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше.
Во славу плети! Вот так-то лучше. Так, здесь, по-моему, наши за были, да? Мертвых. Жители Кириндора держат этих зверей в клетках. Ставят на них разные опыты. Если нам удастся освободить их, они доставят нашим врагам немало хлопот. У-у-у, каменные големы. Еще? Это Фрост, да, нищий к магии невосприимчивы. Наконец-то! Фростморн жаждет крови! Наконец-то! Вот так-то лучше! Во славу плети! Вот так-то лучше! Правда, они считаются плюс-минус зданиями, поэтому против катапульт они, конечно, сильно пострадают. Так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети. Ну что еще? Наконец-то. Давайте все это быстренько убьем. Вот так-то лучше. Отлично. Мантия ученого, что она делает? Повышает разум? Разум это меня нужно у нас звали? Ему. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн! Добиваем быстренько задание. Строим. И вот так, и вот так. Я думаю, троих нам будет ну смену достаточно. Еще? Наступила ночь, сейчас мы бежим вот сюда, так обратно, получается. Фростморн ждем, пока крови. Големы тоже немножко подвосстановятся. Маны у нас, к сожалению, не очень много. Либо мы можем сделать, наверное, вот. Вот так-то лучше. Я размышлял. Решающий Никто не смеет выбор. Мне приказывать. Меня звали. Тебе ману отдать, а ты забирай камень. Полегче. Угу. Во славу плети. Я размышлял. Хотя я бы ему отдал и ману. Говори, и этот... глупец. Да ладно. Так, что ему не очень нужно? Скорость восстановления здоровья на 2 секунды. Ну. Исследование завершено. Защита на 3, увеличение скорости боя героя на 15. Но ловкость и разум больше нужны. Все-таки. Ладно. Повышает защиту. Скорость боя. Запас маны. Повышает скорость восстановления. Ага. Зачем? Ну, я понял. Угу. Давайте, наверное, вот сделаем так-то вот так. Лучше. Коли мы в основном за него играем. Никто не смеет я мне к вашим услугам. Вот так. Да, вот так. Сейчас. У нас летит еще один дракоша. Во славу плети! Еще как раз мы пересечемся с этими засранцами. Посмотрим, кому люлей сможем надавать. На нас напали! Наконец-то! Ну что еще? Во славу плети! Я лоханулся, я понял. Бам, поднимаем. Фростморн жаждет крови. Хилим. Во славу плети! Исследование завершено. Фростморн жаждет крови. Да, мило, будет исполнен. Никто не смеет мне приказывать. Твоя душа принадлежит мне. Вот так-то лучше. Не знаю, кому там, конечно, душа принадлежит. Наконец-то! Голему одного прям проблемки. Полегче! Чего хочешь, Зай? Ну, надеюсь, он выживет. Никто не смеет мне приказывать.
Фростморн жаждет крови. За короля мертвых! Давай сначала на основное здание. Твоя душа, да, лучше вот это, наверное. Просто замораживать все равно. Во славу плети! Не хотелось бы, конечно, чтобы голем умер. Но что получается? Фростморн! Ты узнаешь, что такое бомб! Быстренько вот руиним. Так-то лучше. Во славу плети! Нет, беги, беги, беги. Артас, дебил. Ну Артас, что еще? Дебил. И не надейся на быструю смерть. Фростморн! К сожалению, потеряли одного из големов. Очень обидно, но... Фростморн жаждет ладно, крови. Да уж теперь... Вот так-то лучше. Наконец-то. Давайте за... Стынем. Ты узнаешь. Отлично. Ну, потом просто дорушим все, что здесь есть. Так, вот, что у меня есть, что мне нужно делать, это быстро что-нибудь полезное развивать. Давайте построим еще двоих. Здесь сделаем укрепление раз, здесь сделаем укрепление два. Здесь ребята добывают. Чего желает Отлично. Мой повелитель? На меня вроде напали. Никто особо не прыгает. Нужно переместиться. Я размышлял. Скорее всего, вот сюда. Решающий выбор. Никто не смеет мне приказывать. Я заставлю. Давайте долбать всего одно здание какое-нибудь, ребята. Во славу плети! Отлично. Ты узнаешь, что такое боль. Наконец-то. Надо уже добить его. За короля мертвых. Исследование завершено. Отлично. Мы пролетаем сюда. Сюда. Исследование сюда. Завершено. Чтобы не получилось, что они на башне напали. Ну что еще? Так. Здесь даже, наверное, не атаку, а все-таки защиту в первую очередь. Жаждет крови. Наконец-то. Так, в принципе, здесь все более-менее живы. Крови. Давайте попробуем. Во славу плети. Быстренько заруинить им каточку. Ты узнаешь, что такое бой. За короля мертвых. Фростморн. Ты узнаешь, что такое бой. Фростморн жаждет крови. Быстренько, быстренько, давайте, 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 ребят. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Ох, минус дракоша. Вот так-то лучше. И не надейся на быструю смерть. Исследование Фростморн завершено. Крови. О, отходим. Я понял там проблему. Это нам нужно аж вот такой круг делать огромный. Так, там точно только воздушными дойдем, по сути. Наконец-то! Во славу плети! Строим больше воздушных. Возможно, даже вот нужно так больше вот. Золота. Проводим их по тому же пути.
Ну что еще? Пока ждем здесь. Сейчас будем собирать армию быстренько и обходить там по сторонам как-то. Нужно больше золота. Так. Жизнь. Я жажду служить. Ты и где второй? Только что видел. Да, повелитель, склоняюсь перед вот вашей волей. Чего желает мой повелитель? Да свершится предначертанное. Гребаный рудник сейчас построим. Будем с двух родников сразу добывать. Нужно больше золота. Ваша воля исполнится. Горгулья там полетела. Первая. Отлично, строечками они прям четенько будут наносить дамаг. Никто не смеет мне приказывать. Ну, вот тем временем лучше. Почти все восстановилось. Поверьте. Фростморн жаждет крови. Горгулька. Блин, ну то, что 60, конечно, не очень хорошо. В принципе, у вас нам глупец. Хватит, я думаю. Да иду. Дошлем их ребят. Наконец-то. Чуть-чуть действительно полегче. Жизнь за Нерзула. Чего желает мой повелитель? Никто не смеет мне приказывать. Они как раз первые пойдут. На себя привлекут внимание. А я тем временем пойду в обход, наверное. Посмотрим. Либо сразу напрямую на него. Вот так-то лучше. На нас напали. Фростморн жаждет крови. Я вот по такой хренью сражаться, конечно, это надо. Вот так-то лучше. Наконец-то. На нас напали. Во славу плети. Я просто по-странному его попробуем замочить. Ты узнаешь, что такое бой. Фростморн жаждет крови. Постройка завершена. Рой волшебник мертв. Остался еще один. Фростморн жаждет крови. И ну, плюс, не надеется минус на быструю смерть. Вот так-то лучше. Так, эльфийские сапоги, что они дают? Повышение скорой ловкости героя. Полегче. Ну, в принципе, логично. Во славу плети. Фростморн. В любом случае, кровь. Освобождаем вот этот от того, кто здесь сидит. Вот так-то лучше. Отлично, огромаг. Я не могу. Я к вашим услугам. Это. Так, ну. Мы не нуждаемся, да, в том, сейчас. Чтобы это брать. Тогда вот так. Повышение ловкости героя на 6 единиц. Ловкость — это у нас защита повышается. Ага. Когда это меня лучше арта, честно слово. Никто не смеет мне приказывать. Угу. Запас маны, силу атаки, скорости боя. Фростморн, пожертвуем скоростью. Счет защиты. Разумно. Ну вот что так еще? Так, вот что еще? Тебя похилить. Тебя забрать. Забрать. Наконец-то. И пошли атаковать следующих. Бегом, 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 а то серия уже очень долгая, так получается. Фростморн жаждет крови. Мне это не очень нравится, когда серии получаются очень долгие. Я люблю, когда они получаются минут по 30. Вот здесь получится где-то минут 40, наверное. Наконец-то. Плюс-минус, а то и подольше. Жаждет крови. Твоя душа принадлежит мне. По странам. Быстренько. Ты узнаешь, что такое боль. Замораживаем, нападаем. Во славу плети. Голема очень жалко, но скорее всего мы его потеряем сейчас.
потому что, видите, все атакуют именно голема. Но зато основная моя армия выживет. Что меня определенно радует. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то! И остались в основном магички только. А их мы быстро-то вынесем. Что у нас здесь? Здесь добывается. Отлично, по 7 даже. Вообще великолепно. Сейчас надо накопить где-то штуки 3 и потом уже нападать, потому что... Вот сейчас маг мне очень больно сделал. Наконец-то. Горгульки, скорее всего, помрут. В принципе, мы можем поднять всех. Говори, вот так. Глупец. Будет еще нас подхиливать. Наконец-то. Полегче. Фростморн. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Так, левел получили, великолепно. 100 здоровья, 300, так, вот этот. Лучше улучшим хил. И будем хорошо хилить. Вот так-то лучше. Во славу плети. На нас напали. Твоя душа принадлежит. Может, вот мне. Это разрушать. Фростморн! Так вот сделаем, чтобы он постоянно его замораживал. Так, 3 штуки мы накопили. Давайте быстро мы построим сразу вот так. И, наверное... Вот так, и все это отправим вот сюда. И здесь тоже вот сюда. Ну что еще? Наконец-то! Во славу плети! Наконец-то! Разрушаем быстренько все здания. Я не думаю, что мы второе будем захватывать. Голема попробуем. Голема попробуем отвезти вот сюда, вот точнее огра. Я к вашим услугам. Говори, глупец. Наконец-то. Все остальные, в принципе, могут атаковать. Где-то я хотел сказать прокакал. На нас напали. О, Magic Box. Все надхиляется, ну, как раз. Уставился? Не очень сильный, но пойдет. Ну что еще? Во славу плети! Вот так-то лучше! Говори, глупец! Полегче! Живые наступают! Опа-па-па-па! Вот это не очень круто! Во славу плети! На нас напали. Что там у тебя? Что-то не так. На нас напали. Гады-то какие, да? Полегче. Наш золотой вот нет, скоро лучше. Иссякнет. Во давайте дорушаем здесь все. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Здесь, в принципе, все. Ок, оставим на всякий случай здесь одну горгульку. Полегче. Дела не ждут. Вот так-то лучше.
Наконец-то! Вот так-то лучше! Остался последний маг, и я хочу посмотреть, что вот в этом боксе лежит. Они ждут. И не надейся на быструю смерть. В этом склепе волшебники хранят множество магических предметов. Разрушь его, и мы сможем сразиться с ними их же собственным оружием. Так, повышение скорости регенерации маны у близостоящих войск. О, вот это вообще крутая штука. Разум. Так, чтобы использовать предмет, герой становится неспривинчивым. Хрен с этой фигней. Амулет маны. И еще один дополнительная мана. Так, ну здоровье тебе, по сути, не нужно, а вот мана тебе пригодилась бы. На 250, на 150. Так, тебе. Что-то не так. Тебе. Полегче. Я размышлял. Берешь вот это. Все, отлично. Ну так будет еще? Даже лучше. Говори, глупец. Очень много маны у человека, который может хилить. Ну это что круто. Еще? Фростморн жаждет крови. В принципе, вас я, наверное, пошлю следовать за Артасом. Вот так-то лучше. Тебя, наверное, тоже. Это Артас. Ну что еще? Во славу плети! Дорушаем. Наконец-то! Все ли мы здесь сделали? Конечно же, я улучшение какое-то 100 подов пропустил, но я так и подумал. Ничего удивительного. Полегче. Расходы всего лишь 60%, это нормуль. Я не скажу, что это много, во плохо или еще плети. Что-то, но сколько есть. Так, наконец-то! Пробуем убить мага. Во славу плети! Вот так-то лучше! Во славу плети! Золотой рудник обрушился. Вот так-то лучше! Фростморн! За короля мертвых! Так, ну естественно посылаем всех. Говори, глупец. Юнитов в ту сторону. Во славу плети. Сражаться всех со всеми. Ну что еще? Вот так-то лучше. Наконец-то. Исследование завершено. Фростморн жаждет крови. Говори, глупец. Наконец-то. Исследование завершено. Во славу плети. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Не-не-не-не-не. Мне больно смотреть на тебя, Артас. Я избавлю тебя от боли, старик. Я же предупреждал. Ваши фокусы меня не остановят. Книга твоя. А теперь нам пора уходить. Скоро волшебники соберутся для последней атаки. Ты прав. Я начну обряд на закате. Ну что ж, друзья, вот такая получилась серия. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей.